Итоги проделанной работы и цели на новый 2020-й. Это стало главной темой заключительного в 2019 году собрания Союза журналистов Подмосковья. Также в Люберецком отделении участники встречи поздравили новоиспеченного обладателя билета общественной организации. Им стала заведующая отделом развития Люберецкого краеведческого музея Ольга Засыпкина. Еще предстоит пополнить ряды Союза журналистов трем представителям телеканала ЛРТ. В первичном отделении акулы пера пообщались с единомышленниками и узнали о программе объединения, которая поможет им в дальнейшей работе. Несколько семинаров проводится по соцсетям Союз журналистов России. А в этом году два раза участвовали наши сотрудники. Периодически идет рассылка, мы рассылаем информацию, где можно принимать участие для повышения своей квалификации. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.